Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Римас, мы продолжаем прохождение Rise Sun of Rome. Надеваем шлему, всем приятного просмотра! Ну что ж, куда нам надо идти? Давайте посмотрим, может быть здесь что-то можно сделать, взять, не полутать, ничего не сделать, да? Так, ладно, нам указатель показывает туда идти. Поехали. У нас восстание. У нас тут какое-то восстание. И... да. На позиции! Стрелять по моему сигналу! Есть! Так, удержать стену. Нам не остановить их! Почему не остановит? Должна быть, это вся бритская армия. Ну, конечно, это бритская армия. Это из-за того, что... из-за этого гребаного сына императора. 20. Спускаемся. Дай нам силы. Я такого никогда не видел. Солдаты! Нас ждет великая битва. Они хотят отнять все, что у нас есть. Все, что мы любим. Что ж, пусть приходят. А мы посмотрим, на что они способны. Лучники, в зал! Жесть. Так, цели нам указать. Вот сюда. Малый угол. Ближняя дистанция. По башням и солдатам. Это настоящая осада, дорогие друзья. Это просто настоящая осада. Пошла жарища. Давай, до свидания. Да ладно, пропустили один. Первый ушел. Второй ушел. Ай, вот это жесткий подвесон, короче, пошел у нас, да? Но, тем не менее, мы его чпокнули прям. Давай, 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 давай. Так, надо лестницу убрать, да? Убрали лестницу. Что-то их много. Нажимаем R. Ой, толстяк пришел. Это у нас новый толстяк, да? Помните, толстячка-то? Double kill. Ах ты, зараза, из-под тишка прям. Пока. Прекрасно, контрольная точка свободна. Ближний давай. Так, здоровье римлян. Что-то у наших римлян просто мало здоровья, да? Убираем эту херню. Уходим туда налево. Ух уж эти варвары. Господин, варвары нас не снят. Мы должны скинуть эти лестницы.
Давай, до свидания, вот это жесть. Охеренно. Это просто жесть, блин. Когда такие анимации будут в втором Риме или... Ну давайте казним его, ну. Что-то вас много, ребят. Сюда. Мы тут приказываем своим лучникам еще, да, чтобы нам они помогали. Сюда. Давай, до свидания. Грязный варвар. Ай, как прекрасно. Ай, как отлично. До свидания. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Так, нам показывают, что тут снаряды падают, да? Прекрасно. Сюда. Молодцы, ушли. Да ладно, что за подвесон у меня такие, а, ребят, это просто жесть. Блин, надо будет как-то оптимизировать, кажется, свою запись, потому что у нас жесткие подвесоны. Давайте вот сюда. Стреляем, стреляем. Там у нас лестница, да? Сбрасываем это все дело, чтобы эти ублюдки не поналезли к нам. Толстяк пришел. Сюда. Прекрасно. Да ладно. Спокойно, 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 ребята, спокойно. Полная жесть. Восстановили мы себе ХП. ХП тут, дорогие друзья, восстанавливается как? Путем добиванием. Там есть навыки. Вы активируете это дело. Так, лучников мы пронюхали. Пропустили. До свидания. Пока. Ой, толстячок пришел. Лучники сюда. Все, счастливо. Кстати, здесь лучники довольно хорошие такие, да? Просто жесть. Что-то этих ублюдков очень много. Там лестница еще, да? Смотри, смотри, как уворачивается ублюдок. Там где-то лестница была. Неужели мы удержали их натиск? За мной, парни! Убирайтесь отсюда! Вперед! Двигайтесь! Нужно вынести всех! По приказу командира батальона!
Южные ворота захвачены. Город скоро падет. Отправить людей к лодкам. Есть. Давайте, легионеры. Пошли. Ух уж эти варуры, как их тут много. Попасть в доки. Есть другой путь. Да, господин, можно срезать через трущобы. Неужели трущобы там? Или отсюда нам надо срезать? Очистить это здание! А куда идти-то? Я-то этот сюжет-то не проходил. Все к лодкам! Примас, не тупи. А вот, нам уже здесь показывают, что нам сюда надо идти. Так, хорошо. Вот они, кстати, и трещобы. Здесь... Вот эта атмосфера, дорогие друзья, да? Кому там надо помочь? Лучники! Центурион! Растите его в костер! Ой, толстячок пришел. Здорово. Вот смотрите, как уворачивается ублюдок. Блин, это двуручный гнида. Достал меня. Уходим. Они нас окружают. Видите, как искусственный интеллект грамотно поступает. Да умри ты уже, достал уже. Да ладно, ребята, вы чё такие жесткие? Не, реально жесткие какие-то. Казним его нахер. Гнида. Ну все, мы теперь одни. Нормально казнить, конечно, не смогли. Там, короче, либо правой, либо левой мышкой мыши надо нажимать, когда происходит казнь. И по сей день я еще не узнал, как это делается. Ну ладно. Так, ладно, куда нам надо идти? На лестницу, что ли? Ну, поехали. Спускаемся. А вот и наш герой Центурион. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нас обстреливают сверху. Надо, короче, щиты поднимать, да? Есть, подняли щиты. Первая казнь пошла. Давай, до свидания. Попрощайся. Давай, до свидания. О, вот это вот нормальная казнь прошла, да, смотрите. Нормально. Так, ну что ж, куда? Охраняйте, охраняйте. Охраняем, хорошо стоим. Здесь что ли охранять или дальше идти? Давайте посмотрим, что там есть.
Как мы сзади подошли прям. Ой-ой-ой-ой-ой, вот этот жесткий чувак. Да ладно, ребята, тихо, тихо. Разберемся с ним. Удар легендой. Удар рекрутом. Ну что, с щитом, походу, не можем, да, разобраться. Отбить его атаку. У него довольно так сильная атака. Все, что ли? Медвежонка снесли. Доброе утро, ёптать. Казнь рекрута. Так, ну что ж, поднимаемся. Стоп, подождите, нам как-то... Я не могу открыть ворота! Мы в ловушке! Ой-ой-ой-ой-ой, тут жесткий пожар, смотрите. Сейчас, ребята, ждите. Сейчас придем. Я не могу быстро бежать. Видимо, по всей видимости, вообще плохая у нас. Так, толкаем. Толкаем, толкаем, толкаем. Подождите, куда нам надо идти? Ну, мы прямо точно не пойдем. Мы точно прямо не пойдем. А, поверху. Прекрасно. Смотрите, ребят, какая графика, да? Какой пожар, огонь. Все так реалистично выглядит, просто жесть. Правда, дыма мало, ну ладно. Хотя дым может быть и не мало. Может быть, так должно быть. Утопите эту лодку! Римлян живых не оставлять! Стоп, стоп, стоп! Туда, 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 туда. Тут у нас пекарь. Здорово, пацаны. Удар легенды, удар рекрута. А этот жесткий чувак. Настоящий гладиатор, да? Вот этот двойной удар у него просто жесткий. Уворотливые какие прям. Да ладно вам, ребята. Вот это жесть. Так, еще трое. Я бы уже давно выдохался, наверное. Thank you.
пошла двойная казнь. Так, идем дальше. Тут у нас местный рынок. Сколько мясной. Смертей? Ужас. Сколько крови? Так, хорошо, наша задача сейчас охранять баржу. Чтобы это наши смогли. Отступление. Мы должны отступить к зданию суда. Господин, мы застряли. Мы здесь уже час. Там залегли лучники. Варвары просто так не сдадутся. Все из-за этого гребаного сына императора, да, который убил их предводителя. Хотя после того, как того покорили, они его убили. Ну давайте строй черепаха сделаем. Пошли, ребята. Это у нас атакующая черепаха, дорогие друзья. Это как в Риме. Вперед, солдаты! Пошли. Покажем им крепость наших щитов и остроту наших клинков. Так, пошел залп. И ты, парни. Солдаты, уходим дальше. Пошел залп. Вот так вот, нажимаем пробел. Отжимаем, уходим дальше. Превосходно. Ой-ой-ой-ой, минус один, блин. Зря я рано-рано приказал, да? Стоим, ребята. Так, стоим. Отлично. Щиты! Солдаты! Держаться! Перестань! Щиты, солдаты! Держать! 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 Римас, не тупи! Римас, не тупи! Я забыл кнопку! Как метать? Тихо-тихо-тихо, Римас, не тупи! Солдаты! Щиты! Внимание! Так, хорошо. Не тупи, Римас! Не тупи. Сейчас мы выясним, вспомним управление. Забыл, ребят, забыл. Так, движение. Бежать. F. Это у нас бежать. Но это понятно. Это у нас гладиаторская херня. Казнь E. Сила ярости. Q. Атака толчком. Атака мечом. Уклонение. Отразить камера. Прицел. Бросить. Прицел. Все, тупняк отключен у меня, ребята, вспомнил. Все нормально. Давай еще раз. Просто зажимать надо, мышка, оказывается. Все, нет никого. Все. Тупняк отключен, ребят, ну бывает у меня такой. Я давно не играл в эту игру и забыл вообще, солдаты, как тут происходит. Соберите выживших и отступайте. Остальным держать мост открытым для отступления. Я встречу Виталиона у здания суда. Есть! Видите, какие у нас ребята послушные. Ну что ж, дорогие друзья, вот она атмосфера, атмосфера войны, осады и всех этих бед, которые наше человечество увидело. К счастью, мы это не видели в реальности, атмосфера, конечно, ужасна, хотя в современных войнах это все дело еще хуже выглядит, там и снаряды, и
куски тела и так далее. Поэтому война — это очень ужасно. Ой-ой-ой, там наших гасят, походу. Нам надо им помочь. Тебе не попасть в здание суда, римлянин. Да ладно. Жесткий чувак. Не-не-не, тихо-тихо-тихо, Римас, не тупи. Уклоняться надо, уходить надо. Он нас добьет сейчас. Еще один нарисовался. Еще двое. Далеко не уйдешь. Все, ребята, ему конец. Удар легенды. Ку-ку, ёптать. Толстичка забираем. Не, вот эти вот подвесоны мне не нравятся. Походу, мне что-то с компьютером, может быть, какая-то программа запущена, может быть, у меня антивирус препятствует моему прохождению. Давай, до свидания. Душу твою мотал. Жаль, что дырки не остаются, да? От моего меча. Меч у меня просто жесткий. Ну что ж, поднимаемся наверх. Будем надеяться. Мари, пошли за мной. Слава богам, мы можем немного передохнуть. Это радует. Йорк пал. Мы должны спасти как можно больше людей. Наше единственное спасение — река. Мы вывезем их на корабле из Рима. Он покрыт броней и выдержит все нападения варваров. Нет. Им придется уходить на других лодках. На военном корабле сбежали Комод и его охрана. Вот они гнида. Были первыми, кто бежал из гавани, расшвыривая женщин и детей на своем пути. Нагадил и удрал. Это тот самый сын императора Комод. Кто за вороной, солдат? Мы отрезаны от всех районов и пытаемся держать мосты, но большинство людей эвакуировано. Хорошо. Как только все наши будут в безопасности, мы уйдем на последней лодке. Понятно? Есть. Мари, сюда. Мы должны рассказать об этом Сенату. Комод должен заплатить за свои деяния. Согласен. Мы же вообще-то отдыхать хотели, ребята. Римас, лентяй. Командуй, Марий. Встреть наших. Я буду руководить отсюда. Да хорошо, бежим. Эй, вы! Отступаем! Мы вас вытащим!
Я прикрою вас на скорпионах. Ни хера себе. Перенесите меня на левый берег. Держи! Живо! Давай, до свидания. Что-то их много, смотрите, прям как жесть. Это полная жесть, дорогие друзья. Ребят, живите, 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 я не успеваю. Да ладно, ладно, ладно. Давай, 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 давай. Прекрасно. Держимся. Так, они убегают. Сваливаем. Так, к лодкам, да, нам бежать надо. Ну, поехали, 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 бегом, бегом, бегом. Да ладно, вы уже тут, ребятишка, я по вас соскучился. Ах, ты такой прям скользкий, да? Давай, до свидания. Ух, ё! Походу мы одни остались, а наши друзья ушли. Я сдержу их, пока корабль не будет в безопасности. Нет! Ты должен уйти! Ты должен выжить! Сенат выслушает тебя! Ты же командир! Теперь иди! Этот знаменитый скриншот, дорогие друзья, да? Вы наверняка видели этот самый момент в интернете, в группах ВКонтакте. Будем держаться до конца. Походу, нам конец. Но мы будем держаться. Их очень много. Вот это музон. Стоим, 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 ребят, стоим. Их очень много, это просто жесть. Мы, наверное, не продержимся. Походу, нашему герою конец. Когда они закончатся, не, а?
Офигеть, мы его ушатали прям. Давай, 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 нападай. Блин, что-то они жесткие, реально жесткие. Держись. Походу это последний. Они такие уворотливые, хрен попадешь. Ребят, вы достали меня. Прекрасная казнь. Да ладно. Мы продержались. Охереть, мать твою! Вы откуда взялись, идиоты? Дайте сфотографирую. Какая красавица. Дамокл был великим воином. Признанным вождем огромной армии. Но трусливые генералы бросили его. Немезида, богиня мести, позволила Дамоклу вернуться на землю в облике духа мести. Центуриона в черных доспехах, который ищет предавших его генералов, чтобы покарать их. Дамокл. Это та женщина, дорогие друзья, которая спасла впервые нашего героя, когда варвары вторглись к нашей, ну, наш дом, да, где там убили нашего отца, сестру и маму, ну, отца попозже убили. И она нам показала, куда идти. Мы ушли направо вроде бы, да, а слева там большая орда надвигалась на нас. И вот этим способом, ну, как бы этим поступком она нас спасла. Маритит. Ты генерал Рима. Я взял тебя с собой, чтобы ты защитил меня от Дамокла. Но ты и есть Дамокл! О, боги! Ты и есть Дамокл. Да, это я. И моя история близится к концу. Неужели? Блин. Мной двигала одна мысль. Одно единственное желание. Желание... мести. Мести императору Нерону, который прирезал мою семью. Мести его подлым сыновьям, предавшим мой легион! Чтобы осуществить эту месть,
Мне нужно было вернуться к началу своего пути. Вернуться домой. Опасности подстерегали меня на пути в Рим. Зло, поразившее Британию, чумой опустилось на город. Голодные беженцы из некогда свободного Рима заполонили дороги, жалуясь на голод и жестокие пытки. Закон был низвергнут. Моей единственной целью стало вернуться в Рим и положить конец злу, которое начал ты, Нерон, чтобы не дать тебе уничтожить Рим, который я люблю, и вернуть его народу. Обалденный сюжет, дорогие друзья. Да, тут есть мистика, есть, конечно, там всякие это. Ну, сюжет просто классный. За что? За что, о боги, за что? Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Римас, ждите новых серий. Всем удачи.